Освіта служби інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Маргарита Шубукова. Добрий вечір. У історії Петриковського горно-багачального комбінату сьогодні відбулася значна подія. Тут розпочалася проходка шахтних стволов, по яких будуть здобуватися калійні солі. У протяг теми матеріал Олега Сінтюрова. Полностью Петриковский горно-обогачальный комплекс повинен быть сдаден в эксплуатацию в 2021 году. Приблизный кошт проекту – 1,5 миллиарда долларов. Зараз тут завершены все подрыхтовчие работы для будовництва основных объектов. Реализацию этого инвестпроекта акционерное товариство «Беларусь Калий» ожитевляет в отповедности с указом президента Беларуси. В 2012 началась распроцовка документации, и еще раз год приступили до будовнично-монтажных работ. Это место для нового предприятия обрано не выпадково, сгодно с опошними оценками. Под Петриковым находится около 2 миллиардов 200 миллионов тонн калийных солей. Этих запасов повинно хапить больше как на 100 годов активной добычи. Объект этот отличается тем своей масштабностью, потому что мы строили только объекты рудников, то есть по предприятия по добыче руды. А сейчас уже замахнулись на такой объект, это строительство горно-обогатительного комбината, где кроме рудников будет находиться и обогатительная фабрика. Проходка шахтных стволов – это, по сути, первый крок по добыче калийных солей. У акционерном товариства «Трест Шахт Спецбуд», которое занимается этими работами, кажут, что перед початком проходки пришлось заморозить воду на глубине больше 200 метров, иначе шахту просто затопить. Это одна из особливостей белорусской земли. У ее нетрах шмат воды. Непростыми будут и дальнейшие работы. Сейчас вот здесь пошел мылец, как бы он полегше. Ну а там пойдет все как обычно. И доломиты, и песчаники, и очень сложные породы, твердые, большая крепость. То есть будем идти взрывным способом. Достаточно все трудоемко. Как чекается, как пройти шахту глубиной у 800 метров, именно тут будет добываться калийная соль, потребится около 2 годов. Увогуле, первая черга Петриковского горно-обогачального комбината повинна начать работу у снежня 2019-го. При этом на предприятии будут использоваться только самые современные технологии, распространенные в Беларуси. И они позволяют увеличить добычу корыстных выкопнев до 85%, вдвое больше, чем было еще 10 годы тому, что в свою чергу отобьется на объемах белорусского экспорта калийных удобрений. Петриковское месторождение калийных солей – это самое перспективное месторождение, которое позволит не только поддержать рудную базу «Беларусь-Калия», но и позволит Республике Беларусь успешно конкурировать и увеличивать свои мощности на калийном рынке в мире. И если мы действительно строили Краснослободский, Березовский рудник для поддержания существующих мощностей, то, Петриковский рудник – горно-обогатительный комбинат – это наша перспектива. Для Гомельской области будовництво Петриковского горно-обогачального комбината – еще одна махчимость развития территории. Уже зараз у Петрикове началось будовництво жилья для работников предприятия, запланованы новые дороги и объекты социальной сферы. Для потреб региона можно будет использовать и иншую инфраструктуру комбината. Вот будет, например, строительство трансформаторной постанции. Оно не только предусматривает для предприятия, но предусматривает в целом для региона Петриковского жидкого Калинковского. Олег Сінтюров, Валерий Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель», Петриковський район. Сьогодні у Гомелі відбулося виїзне посяджение президиума Совета обласного об'єднання профсоюзов. Місцем його проведення був обраний філіал Гомельської теплової сетки РУП «Гомельенерго». Основная тема – сумісна робота наймальників і профсоюзов по профілактиці витворчого травматизму і контролі за виконанням правил охови праці. Филиал «Гомельские тепловые сетки» местом проведения выездного посяджения обраны не выпадково. Тут есть, что продемонстрировать и чему научить. Начиная с 2007 года на предприятии действующая система оховы працы, згодно с якой проводятся профилактичные мероприемства. Прод ухилению выпадков травматизму завсёды повышенная увага. Як черговый этап этой работы – открытие специального класса оховы працы с наглядными материалами и приладами. Эта комната необходима, вы видели, для организации всего процесса по обеспечению безопасного выполнения работ, для обучения персонала этим навыкам, для изучения инструкции, для проведения инструктажей, для всего спектра работ, необходимых для охраны труда и техники безопасности. На предприятии регулярно проводятся дни, тыдни и месячники по охове працы. Периодичный контроль за выполнением усих правил осуществляют и профсоюзные инспекторы. Как выник суместной работы, на предприятии с 2004 года не зафиксовано ни одного несчастного выпадку. Самое главное, неравнодушие общественных инспекторов каким-то, ну, даже незначительным недоработкам. То есть вопрос мы ставим как? Значит,
общественный инспектор делает так, чтобы работа каждого работника была безопасной, он был уверен в завтрашнем дне. Все, что можно улучшить на рабочем месте, вот это задача общественного инспектора. Як означено на пленарной части посяджения, вырашать нават самые серьезные задачи просто, коли есть разумение сбоку керавництва предприемства и профсоюзной организации. Мы пытаемся популяризировать лучшее, чтобы все отраслевые комитеты увидели, что невзирая на сложности, которых сегодня немало, там, где есть желание, есть инициатива руководства, там, где есть альянс руководства и профсоюзной организации, где есть даже при всех проблемах компромиссные варианты решений, там есть результат, который достойны уважения. Урочистым моментом выездного посяджения стало узнагороджение по выниках областного огляду конкурсу лепших первичных профсоюзных организаций. Усяго переможцев 19. Сирот их и первичка гомельских тепловых сеток. За это, конечно, хочется поблагодарить и профсоюзный комитет в целом моего, так скажем, филиала, моей первичной организации. И также поблагодарить и администрацию филиала за понимание, поддержку, что мы все делаем сообща. Любой вопрос, который появляется у нас в работе, то мы его обсуждаем на совместном заседании администрации правкома и выносим решение, и добиваемся его, как говорится, решения до конца этого вопроса. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Трапить с Гомеля в Минск можно будет на 40 хвилин худшей. Шлях зойме усяго 3 годины. Белорусская чыгунка в режиме подконтрольной эксплуатации 3 червеня наладить рух электротягников межрегиональных линий бизнес-класса до белорусской столицы. Тягники Гомель-Минск, которые обслуговываются вагонами локомотивной тяги, на первом этапе заменить моторовагонным рухомым составом электротягника региональных линий вытворчості компании «Штадлер». Расклад руху будет скорректированный. Например, штодённый тягник номер 707 будет отправляться с Гомеля у 7 годин раницы и прибывать у Минск без 1 хвилины 10. Назад тягник номер 708 будет выезжать у 18.50. На Гомельском вокзале он спынится у 21 годину 49 хвилин. Больше подробный расклад можно найти на сайте «Шигунки». У период подконтрольной эксплуатации электрификованного участка будет проверяться работа техничной инфраструктуры у реальных умовах следования тягников на электротязе. Так само будет уделена увага оптимизация раскладу их руху. А кроме того, поведомляются у пресс-службе, белорусская «Шигунка» готова до открытого диалогу с пассажирами и разглядеть конструктивные пропановы по его удосконаливанию. Жыхарам городов Беларуси с колькостью насельництва до 20 тысяч человек стало простей атрымать ильготные кредиты на ремонт жилья. Изменение утрымливая указ президента номер 141. Документ накированы на урегулирование питания предоставления льготных кредитов у выпадках, коли жилое помешкание на правах долевой власности належит не одному, а одразу нескольким громадянам. Так продугледжаны нововведения, які ранее не были вызначены законодавством. Ильготный кредит зараз может быть предоставлены не только власнику жилого помешкания, а и одному из дольщиков. При этом необходима сгода у всех власников. До полного погашения кредиту, выкористанного на капитальный ремонт, альбо реконструкцию, отчужение, продаж, обмен, альбо дарение не только жилого помешкания, але и его участок забороняется. Также указом регламентирован принцип одноразовости получения льготного кредита. Если раньше он определялся только в отношении кредитополучателя, то теперь и применительно к жилому помещению, на ремонт или реконструкцию которого предоставлен льготный кредит. Учитывая то, что банк выдает льготные кредиты по утвержденным райисполкомом спискам льготного кредитования, то более подробную информацию можно получить в каждом конкретном случае, обратившись в райгорисполком по месту жительства. До інших тем. Узровень нарожальности в Гомельской области протягивает расти. За первые 3 месяца этого года на свет заявились 6042 дитяти. А это на 333 новонароженных больше в сравнении с аналогичным периодом минулого года.
Адповедно вырос и коэффициент нараджальности. Это показатель колькости детей, которые народились на 1000 человек. В области он зараз складывает около 13. Сярод районов самый высокий у Хойницким, больше как 18. На другом месте Шашерский – 17. В общем, колькость новонароженных у нашем регионе растет на протягу уже 13 годов. У 2015 году показатель нараджальности являлся самым высоким в области, начиная с 1994 года. У Гомельским гарвыканкаме отбылось посяжение дитячего городского парламента. Он был створен год тому и объединил 27 активных школьников областного центра. На встрече они подвели выники працы и вызначились с планами. На протягу года юные парламентары реализовали около 10 проектов, удельниками яких стали прикладно 1500 человек. Сярод головных инициатив – акции «Разумные каникулы. Гомельское лето», «Гуки родной земли», «Шматлики флешмобы». Их накированность – допомога по жилым людям, популяризация родной мовы и здорового ладу життя. Я считаю, что дети у них, у нас совершенно другой взгляд на мир. Когда нам возникает какая-то мысль, мы немедленно готовы действовать, готовы что-то придумывать, инициировать, потому что мы сейчас это можем, у нас есть возможности, и почему бы нет. У посяжені приняли удел старшиня Гомельского городского совета депутатов Иван Бородинчик и депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Олег Левшунов. Яны заслухали идеи, выказали жадание подтримать их реализацию. Дарэчы, сярод планов – здымки фильма про наступальную операцию «Багратион» и встреча с Минским дитячим парламентом. Депутат Палаты представителей, он же имеет право законодательной инициативы, да? Но вот через такие, скажем так, органы молодежного движения, через наших граждан, через избирателей моих, мы, работая над законопроектами в той или иной сфере, черпаем новое, мы слышим людей. Ну, мы можем говорить, что это в форме игры, но, однако, извините, игра очень важна и перспективная, и это надо делать. И ребята чувствуют сами, значит, что надо, какие надо продвигать проекты в городе. Упершиню у Гомеля в эти дни проходит фестиваль православной культуры «Кладезь». Традицию проведения доброчинных кермашов, накированных на допомогу людям, которые опынулись у складанной житевой ситуации, протягивает Свято-Елизаветинский монастырь города Минска. На открытии фестиваля побывали наши корреспонденты. Сестры на протягу 10 годов реализуют у Беларуси старожитную традицию, згодно с якой монастырь – это не только молитва и духовное становление, але так само адукация и культура. У его социальной деятельности есть место и мастацтва, и прыгажости. У рамках фестивалю православной культуры «Кладезь» ладятся концерты, творчая сустрэши, духовные гутарки для детей и дорослых, а так само проводится православная выстава кермаш корыстных подарунков и сувениров, многие из яких ручную працы. У Гомеля гандлевые павильоны размещены на пляцовце каля Лядовага палаца. Тут можно набыть церковные товары, керамику, книги, продукты для прыгажости и здоровья. Здесь, на этой площади, у нас представлены изделия наших монастырских мастерских, в которых трудятся и не только наши прихожане, монашествующие сестры, трудятся люди, которые попали в тяжелые жизненные ситуации. Наш монастырь окормляет два подворья, мужское и женское. И все вот это совместными усилиями, совместными трудами, все, что изготавливается у нас, мы привозим сюда. На опеце сестер Свято-Елизаветинского монастыря находится несколько больниц, интернатов и притулков. Тут так само працуют майстерни, выробы яких можно знайти на выставе и набыть за символичный кошт. И таким чином подтримать людей, которые находятся у складанной житевой ситуации. А кроме того, духовно-осветницкий фестиваль – это творчие встречи, концерты, майстер-классы и познавальные занятки. Можете пройти по экспозиции Ефросинии Полоцкой, написать себе что-то на старославянском языке, изучить старославянский алфавит. Здесь можно сделать себе какие-то изделия из соломки, сделать поздравительную открыточку, приобрести очень много сувениров для своих родных и знакомых. У неделю 22 мая организаторы фестиваля планируют познакомить гомельшан с творчеством автора и выконавцы песен письменницы Татьяны Дашкевич. Наведать встречу, якая отбудется у областной библиотеки имени Ленина, можно бесплатно. Ольга Коновалова, Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».
У Гомелі адбылася абласная спартакіяда работнікаў аховы здароўя. Удзел у спаборніцтвах прымалі 36 каманд. Былі прадстаўлены медустановы Гомеля і райцэнтраў. Спартакіяда праходзіла на базе спартыўнага клуба «Гомсельмаш». У праграме было 10 відаў спорту. Сярод іх футбол, валейбол, більярд, плаванне, дартс, яравы спорт. Разнастайнасць вялікая, так што прымяніць свае спартыўныя здольнасці змаглі многія. Лепшыя вынікі агульнакамандным заліку паказалі супрацоўнікі Светлагорскай цэнтральнай раённай бальніцы. На другім месцы Гомельская абласная клінічная бальніца. Замкнула тройку лепшых каманда гомельскага прадпрыемства «Фармацыя». Лепшыя спартсмены адправяцца на рэспубліканскую спартакіяду. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Маргарыта Шыбукова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.